смотрите программу «Диалог» на телеканале CCTV Русский. Здравствуйте. 5 марта в Пекине открылась 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва. На открытии с докладом о работе правительства выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он сообщил, что в этом году рост экономики Китая достигнет 7%. Глава китайского правительства указал на важность эффективных инвестиций для роста экономики. Также стало известно, что правительство Китая передало на рассмотрение высшего законодательного органа страны в СНП план экономического развития на 2016 год, проект 13-й пятилетки и проект бюджета на нынешний год. Подробности доклада мы обсудим с профессором Китайской академии общественных наук Сюэ Фуци. Здравствуйте, профессор Сюэ. И мы все внимательно слушали доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Содержание очень емкое и насыщенное. И вы можете в двух словах рассказать об итогах работы правительства Китая за прошлый год? Здравствуйте, Амина. Я попробую. Значит, доклад на 40 страницах – это очень такой объемный такой документ. Но прежде всего я хотел сказать, что с теми задачами, которые были поставлены, допустим, на сессии в СНП в прошлом году, правительство справилось. Значит, ну, смотрите, значит, если говорить о росте ВВП, значит, год закончил, мы закончили на уровне 6,9%, хотя в прошлом году был совершенно немного другой индикатор, 7%, то есть некоторое отклонение все-таки есть. Значит, если говорить о внешней торговле, значит, в прошлом году индикатор был 6% роста, но мы закончили с минусом, минус 7%. Это, значит, такая ситуация сложилась у всех, все без исключения закончили год, я имею в виду главные ведущие экономики мира, закончили год с минусом. Это общая такая мировая конъюнктура такая. Значит, но в то же время мы можем констатировать некоторые очень-очень позитивные моменты. Прежде всего, это то, что, значит, впервые в истории нашей страны, в истории экономики нашей страны, сектор услуг вышел, значит, в лидер. Он стал, то есть, на уровне где-то чуть более 50%. Это главный драйвер нашей экономики сейчас и уже на далекое такое будущее. То есть дальше такая тенденция будет только развиваться. Значит, более того, потребление, если говорить о потреблении, значит, вклад потребления в рост ВВП составляет 66%. Это тоже очень позитивный такой, значит, тренд. Это говорит о, значит, повышение благосостояния нашего населения, потому что люди покупают очень активно, тратят деньги, значит, на приобретение, значит, жилья и электронику, все на услуги и так далее и тому подобное. Это очень позитивные такие факторы, значит, экономики. И, конечно, стоило бы говорить о снижение потребления, энергопотребления на единицу ВВП, это где-то 5,6%. Это о чем это говорит? Это говорит уменьшение выбросов парниковых газов. Это улучшение общей экологической ситуации в наших городах. И более того, у нас же была проведена реформа по регистрации бизнеса. И в этом контексте ежедневно регистрировалось 12 тысяч новых субъектов, да, предпринимательства. Это говорит о, значит, деловой такой активности нашего населения. Ну, знаете, вот 15-й год, поскольку это последний год 12-й пятилетки, и если говорить, посмотреть на прошедший такой пятилетний такой период, то, значит, рост ВВП в этот период составил 7,8%. Это очень приличные темпы для такой крупной экономики, которая как раз и стала второй после Соединенных Штатов Америки в мире. Мы в этом плане, конечно, Китай также стал первой торговой державой в мире, то есть обогнав, значит, Соединенные Штаты Америки, мы стали лидером
по прямым иностранным инвестициям, то есть по иностранным за рубежом. Можем сказать, что как по качеству и так по структуре экономики можем констатировать очень значительные и позитивные сдвиги. Исходя из доклада, что ждет страну в ближайшие 5 лет? Ближайшие 5 лет мы знаем, что у нас есть очень четко поставленная задача от удвоения ВВП к 2020 году и удвоение среднедушевого дохода нашего населения к этому времени. К этому времени мы должны построить полностью так называемое среднезажиточное общество. В этом контексте, то есть помимо роста ВВП, который в этом году был задан уже не такой индивидуальный такой индикатор, а коридорчик такой 6,5%, 7%. То есть правительство допускает некоторое такое колебание в пределах этого коридора, потому что ниже нельзя. У нас есть ежегодно, то есть высшее учебное заведение заканчивается где-то 7,5 миллиона человек, такое же количество наших ПТУшников, то есть для этих людей нужно создать новые рабочие места. Это задача номер один. Поэтому нужно, конечно, обеспечивать необходимый такой минимальный рост экономики 6,5%. Конечно, у нас стоит очень серьезная задача по ликвидации бедности. У нас еще где-то 72 миллиона наших граждан живут за чертой бедности. И нужно к 2020 году полностью ликвидировать бедности. То есть понятно, что часть людей придется вывести из горных, труднодоступных таких местностей, их переселить в более удобные такие места. Для части людей, это в основном инвалиды, где-то 22 миллиона человек, нужно для них предусмотреть более эффективную систему государственного пособия, помощи и так далее и тому подобное. То есть предстоит, конечно, проводить очень серьезные, болезненные структурные реформы. Анализируя доклад, какие важные сигналы вы обозначили для себя и что, по вашему мнению, можно назвать новшеством? Самое интересное в этом докладе, это, конечно, так называемая структурной реформе на стороне предложения. Почему? Потому что если вспомнить там 7-й год, 8-й год, когда был мировой финансовый кризис, Китай пошел на прецедентное вливание деньгами в экономику. Мы из центрального бюджета тогда выделили 4 триллиона юань, на эти деньги то есть развивали многие инфраструктурные и промышленные проекты. Но сейчас то есть, такая ситуация такова, что нужно очень серьезно работать не по стимулированию спроса, а реформировать в том числе наш госсектор, нашу экономику в целом на стороне предложения. Что это означает? Это означает, что у нас, допустим, сейчас очень серьезные дисбалансы по некоторым промышленным отраслям. Я имею в виду черная металлургия, производство цемента, производство стройматериалов, цветной металлургии и так далее. То есть там мы производим, допустим, 600 миллионов тонн стали в год. То есть это очень много, это очень много. Нужно, конечно, отказаться от части излишних технологически устаревших производственных мощностей. Это очень полезный процесс. Это затрагивает черную нашу металлургию, это затрагивает угольную промышленность. По предварительным расчетам, где-то 2 миллиона человек потеряют работу в этом процессе. И, видимо, правительство как раз в программе в нашем бюджете на текущий год предусмотрело 100 миллионов юаней. То есть это специальная такая государственная программа
по адаптации этих людей, то есть это обучение, значит, повышение квалификации, переобучение и уже создание новых рабочих мест. Конечно, очень, то есть там у нас еще предстоит реформирование нашего госсектора, потому что в этой области также масса проблем, есть такие предприятия, так называемые предприятия зомби, то есть это предприятия, которые живут исключительно за счет либо бюджета, либо кредитов, но при этом ничего не производят. Это очень такая сложная такая ситуация тоже. Как, по вашему мнению, доклад о работе правительства может повлиять на жизнь самых простых людей в Китае? Ну, на простых людей мы можем видеть, значит, если, скажем так, с оптимизацией нашей, значит, структуры экономики, с улучшением предложения, допустим, наши люди уже не придется выезжать за рубеж, покупать, делать покупки уже там, ну, тех же медикаментов, электроники, потому что в прошлом году, если вы знаете, у нас более 100 миллионов человек выезжали за границу, затратили, исключительно, значит, за шопинг, где-то 150-160 миллиардов долларов на покупку. Это очень серьезно, это говорит, что наша экономика, то есть наша экономика не справляется с таким спросом на очень качественные товары и услуги. То есть, видимо, в этом контексте те реформы, которые будут проводиться, значит, и в течение этого года, и в течение последующих 4 лет, в значительной степени, значит, поднимет наш уровень нашего промышленного производства на качество, то есть на более качество, то есть на высокий такой ступень, я бы сказал. Об инициативе «Один пояс, один путь» уже говорят много лет. И в этом году премьер Ли Кэцян также много об этом говорил. Как, по вашему мнению, эта инициатива влияет на экономику Китая в целом? Значит, китайская инициатива «Один пояс, один путь» в значительной степени связан с одним из важных принципов нашей экономики, его открытости. То есть мы открыты не только для развитых экономик, но и открыты для наших соседей. И в этом плане, поскольку, если говорить о экономическом поясе шокового пути, который привлекает через территории центральноазиатских государств, через Российскую Федерацию, через некоторые страны Восточной Европы, то есть по этому пути мы можем развивать как, значит, логистическую систему современную, развивать производственную кооперацию, перенести части наших производств на территории наших партнеров с тем, чтобы там же создавались новые рабочие места. И это очень интересная такая, важная такая идея, и неудивительно, что она была встречена с большим энтузиазмом в том же Казахстане, в Кыргызстане, то есть в странах Центральной Азии, в Российской Федерации. И полагаю, что то есть, поскольку это такая сетевая такая работа без единого такого координационного такого центра, в этом, конечно, главную роль играет наш бизнес. И будем надеяться, что это будет на благо нашим партнерам. Спасибо, профессор Сюэ. И наша программа на этом заканчивается. Напомню, что программа называлась «Диалог» на тему доклада о работе правительства Китая. Мы беседовали с профессором Китайской академии общественных наук Сюэ Фуци. Спасибо за внимание и до встречи.